Так, теперь, добрый вечер, ЕМС, это отдельная служба, упрек это ко мне. После поэтому на квитанции обязательно пишут ЕМС простой. На моей почте сказали, что есть ЕМС и ускоренная почта, это автор письма ко мне. То есть ЕМС и ускоренная почта – вещи разные. И разные услуги, как-то так, Ирина Полтовец. Так, значит, переписка дальше идет. Я это, так как она просила отправить ЕМС простой, я пошел на почту и спросил. Старший утверждает, что ускоренная почта – это и есть ЕМС. Вот. Я допускаю такой момент, что ЕМС – это курьерская служба. Она находится в километрах трех от той моей почты, которая удобная. И может быть здесь какая-то заинтересованность сработала. Я говорю, как есть. Вот. Но у меня получается ускоренная почта, я вам показывал цифры, 400, 500, 700, бывали 800, но вообще, вот когда черенок, и когда там всего 10-20 черенков, обычно 449, 449, 449, некоторые выскакивают опять 800, но там я доплачиваю, человек ничего не теряет. И вот именно вот эта ускоренная почта, у меня их тут, ну-ка, я сегодня, кстати, забрал на почте, 763, Писарев, это сейчас фамилия мелькал, да? Писарев, привет, Писарев, наверняка слушайте меня. Килограмм 8 грамм чего-то. Живет рядом, Алтайский край, знаете, это такое, туда, направо, налево, и попадаете в Алтайский край, рядом. 763. Я, собственно, доплачивать не прошу, я сам доплачиваю. Но здесь написано «Система ускоренной почты». 90% случаев доходит за 4 дня. А ЕМС, которая курьерская, еще дороже. И намного дороже. Поэтому я на всякий случай говорю так. Если действительно приходит 4-5 дней, то уж лучше этого ничего не придумаешь. Понятно, да? Идем дальше. Ссориться с почтой не могу. Есть причины для этого. Поэтому уже мне проще доплатить, если даже здесь есть какая-то хитрость. Вот. Каждая почта, у нее есть свой план.